Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Костин, сборная МСК X. Как прошла игра? Интересно, плодотворно, мощно, очень много можно аппетитов подобрать. Слово игра. Играли с лидером нашего дивизиона. После матча мы уже лидер дивизиона. Команда очень уступчивая, очень техничная, очень грамотно играющая в позиционный футбол. Очень сложно было периодами им противостоять. Где-то повезло, где-то сыграли вот именно командой, а не по отдельности. Вот, собственно, что и привело к финальному итогу. Спасибо, удачи вам в следующем туре.